Всем привет! Сегодня у нас 4 ноября 2019 года. Праздник иконы Казанской Божьей Матери и Народного Единства. Вот сегодня пришли мы на воздух подышать, птичку половить, подсобирать семян, растений. Ну, потом попозже покажу. Вот сеточку поставили. Вот сеточка стоит. Все, дальше, в дальнейшем буду снимать в процессе и показывать. Вот небольшая такая здесь ручеек течет. То есть птица может пролетать здесь на водопой. Вот. Это из искусственных прудов идет сброс небольшой. Вот, показываю. Здесь, значит, произрастают такие растения, как девисил, борсянка. Покажу сейчас. Но это не очень так заросли. Там дальше есть прям вообще очень большие заросли. Вот она, борсяночка. Вот еще борсянка. Вот вдалеке борсянка. Сейчас приближу немного камеру. Покажу. Вот это, значит, девисил. Ну, тут кругом всего полно. Вот там вдали, если вам видно, сейчас еще увеличу, не знаю, получится или нет, но все уже. Вот там дальше видно заросли девисила, это потом попозже пойду нарежу птицам букеты. Ну, девисил еще есть, кормится он на девисиле. Ворсянки практически уже нет, уже ворсянку всю щеглы поубивали. А вот девисил вам покажу. Еще с семенами он стоит. Вот видно. Вот они. Все. Вот показываю девисил. Вот заросли. Вот он стоит весь тут. Ворсянка. Кормовые базы очень много, кормов много. Птица мигрирует с севера к нам сюда. Вот здесь такой вот небольшой бродик. Сейчас надо перейти его. Пришел картошку помыть, помидорки. Сейчас буду готовить кушать. Да, пацаны там на ловле. Я тут пошел по семенам. Пока они там занимаются. Вот, покажу сейчас. Вот, все это заросшие поля. Девисилом, дурнишник, цикорий, ворсянка, чертополох, бадях еще его называют. Вот он. Все тут. Все есть. Все корма есть. Вот она. Дикая петрушка. Ну да, семена еще есть, еще питаются. Вот дикая петрушка. Дурнишника тут. Сколько мама не горю. Тут его море. Надо будет домой этим уйти. Нарвать девисила. Вот такие у нас дела. Вот. Ладно, надо идти готовить. Кушать. Там под березочкой сейчас приспособимся. Березка растет одна тут. Небольшой такой лесочек. Ладно, все, всем пока. Как птица попадется в сеть, поснимаем, если что будет. Пока что ничего нет. Все, пошел кашеварить.
И до 2 чего. Так. Как можно, да? Топок. Тоже огневик. А? Огневик. Угу. Красная маска заходит за черный. Лапки фиксируем. Скоготочка сломаем аккуратненько. Вот. Так. Этого года. Этот хороший. Знаешь. Это на самочку похоже. Самка, Андрюха. Самка, Андрей. Угу. По крылу, гляди, крыло какое. Вот, знаешь. Ну да, 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 да. Вот она. Хотя. У чела черное все должно быть. Ну да, 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 да. Плечо, плечо. Плечо, да. Показываю, заснял, косяки гусей летят, и очень много. Как пословица говорил, примета, да не пословица, примета. Раз пошли косяки гусей, жди заморозков. Так, ну по-моему 3 чижа есть. Сейчас посмотрим. Все чижики, Андрюш, все, и все чижики, молодые чижики. Хорошие. Кстати, советую взять. Да вот они, чижики. Молодой будет петь. Ну, ругается. Ага. Скажет, ты что мне берешь, собака такая? Ты что? Ну-ка брось. Не про тебя моя песня была. Ну вот такие вот чижики, пыжики. Вот такое стадо. Тут у нас красавелы такие идут. Ловили, ловили. Ну надо уже собирать сеточку. Вот такое стадо. Овечек тут очень большое стадо. Все, ловлю заканчиваем. Ну, воздухом подышали. Все, всем пока.